их лучше не злить. Три знака зодиака, которым присуща повышенная агрессивность. Знак зодиака влияет на особенности характера и поведения в социуме. Астрологи определили ряд знаков зодиака, представители которых очень бурно реагируют на разные ситуации. Они крайне агрессивны и раздражительны. Давайте вместе разберемся, кто именно эти они. Так вот, самыми раздражительными оказались женщины, родившиеся под знаком Овна. Интересно то, что они зачастую сами не понимают, в чем причина их злости. Вызвать у них приступ ярости может любой незначительный пустяк. Безобидная шутка, очередь в магазине, громкий разговор. Кстати, успокаиваются они тоже быстро, но для тех, кто попал под раздачу, это уже маловажно. Дальше идут женщины-стрельцы. Они намного менее агрессивны, даже порой добродушны, но когда затаят обиду, гнев проявляется их мощно и сильно. Если вы как-то затронули женщину-стрельца, то бегите далеко и надолго. Особенно они не любят, когда ограничивают их свободу. Третий знак зодиака – это скорпион. Женщины-скорпионы агрессируют спокойно, и не всегда можно определить, что они злятся. Однако, это вряд ли будет для вас утешением. Наверняка в их голове уже созрел план мести. Они тщательно продумывают свои шаги и ждут, когда вы совершите ошибку и попадете в их сети. А вот тогда уже воочию ощутите весь их потенциал. Короче, не желаю вам переходить им.